16 июля, армянские. Первая кисточка вот такая. Томаты среднего размера. Кисточки большие, завязываемость не такая. Средняя, 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук вот здесь. Вот следующие, это 4 штучки. Следующую пока только 2 покрупнее завязала, третья кисть. Цветет весь и пахнет, что называется. 2,5 метра где-то уже высоту на 16 июля. Так, сеялся он у меня 10 марта. 14 марта зашел. Вот такие вот томатики. Посмотрим, попробуем. Сорт армянские. 20 августа. Сорт армянский. Сначала я не вдохновилась им. Ну, сорт и сорт. И среднепоздний, я бы сказала, поздно он у меня созревать начал. Но какие же они красивые. Мамочки родные, бесподобный цвет. А желто-оранжево-персиковый, переходящий вверх. Не имеет никаких зеленых плечей. Там просто не дозрели они еще, да? От солнышка не запеклись. Вот. Вкусные, сладкие, жопка красная. Внутри тоже они в таких разводах. Высокорослое растение, больше 2 метров у меня. Вот, в принципе, вот на 20 августа, живее всех живых, что называется. Сняли я с него уже много. Я не приверженец не собирать теплицу годами, чтобы потом вдруг показать красивую картинку. Я живу, я это ем, мы это готовим, соки, и дети, и все на свете. Армянский. Вот этот армянский помидор посажен 10.03, взошел он 14.03. 14 марта. Вот он, один из, кстати, ранних. Я обычно гораздо позже сажаю. Вот такой сорт. Высокорослый, не особо валючий, лист обычный, сказала, по-моему, уже. Завязывает достаточно кистей. При правильной агротехнике будет, я думаю, что долго еще плодоносить.